Случай несанкционированной торговли продолжает фиксироваться в Гродно. Сообщение жалобы поступило на прямую линию облсполкома от жителей одного из микрорайонов. В летний сезон торговцы продовольственным товаром собственного производства все чаще располагаются на автомобильных парковках возле рынков и крупных магазинов. Заместитель губернатора области Елена Агей пообещала назначить в ближайшие дни специальную рабочую группу с целью недопущения подобной практики. Основная же часть вопросов, поступивших на прямую линию в эту субботу, касалась традиционно благоустройства жилого фонда. В горосполкоме на вопросы горожан отвечал зампредседателя Андрей Болтрик. По словам чиновника, несмотря на поступающие обращения, общее число нерешенных проблем в городе однозначно стало меньше. Так что такая практика общения с жителями Гродно и области в ближайшие месяцы, безусловно, будет продолжена. Количество звонков значительно уменьшилось. Основные вопросы, которые в настоящее время волнуют и интересуют граждан, это ремонт жилья, благоустройство территории. Там, где есть такая возможность, мы помогаем, но все не сделаешь. Конечно, бы хотелось благоустроить все улицы, построить там, где это необходимо, новые школы, детские сады, сделать тепловую реабилитацию зданий, но понятно, что возможности финансового бюджета ограничены. Поэтому там, где мы не можем это сделать, говорим просто людям правду, что денег пока в настоящее время источников нет. Там, где можем, там это делаем.